Ротенбург на Таубере. Город в Германии, расположен в земле Бавария. Население около 11 тысяч человек. Почти в каждом немецком городе исторический центр называется Альтштадт, старый город. А вот в небольшом старинном городке Ротенбург на Таубере весь город как Альтштадт. Он полностью сохранен в первозданном виде, то есть как и был построен в средние века. Когда-то Ротенбург был одним из очень значимых больших городов средневековой Франконии. Ну а сегодня это небольшой туристический городок на северо-западе Баварии, приблизительно в 200 километрах от Мюнхена. Главной достопримечательностью города является Альтштадт, который окружен практически неповрежденной городской стеной XIV века. За пределами городских стен старого города тоже есть небольшое поселение. В районе железнодорожного вокзала самый большой торговый центр этого городка. На большой бесплатной парковке возле торгового центра мы провели целый день, там же и ночевали. А через замковые ворота я вхожу в старый город. Бургтор, замковые ворота, одни из главных городских ворот с высокой мощной башней, которые защищали город Запад. В бытность Ротенбурга имперским городом ворота были ночью закрыты, а чтобы покинуть город, нужно было получить одобрение городского совета. Первое упоминание о поселении на реке Таубер относится к 960 году. В 1142 году король Конрад III строит здесь крепость, а позднее неподалеку от него возникает поселение, получившее название Ротенбург. Благодаря своему чрезвычайно выгодному географическому положению город быстро становится центром торговли, расширяется и процветает. Ротенбург переходит во владение рода Гогенштауфенов и с 1172 года официально получает статус города. Его начали окружать крепостной стеной, и часть оборонительных сооружений XIII века сохранилась до наших дней. С 1274 года Ротенбург на Таубере стал независимым имперским городом. Начинается расцвет Ротенбурга. К середине 15-го столетия численность населения достигла 5500 человек. Развивалась торговля, действовало собственное судопроизводство, строились храмы. И сейчас с трудом верится в то, что такой тихий, маленький, уютный городок в те далекие времена был одним из самых крупных городов Священной Римской империи. У одного из магазинчиков по продаже сувениров стоит такой домик, на крыше которого много-много разных подарочков. И у этого автомобильчика всегда много желающих сфотографироваться. Ну, я уже выхожу на центральную площадь города, Марктплац или рыночная торговая площадь, на которой расположено много интересных достопримечательностей. Это фонтан Святого Георгия, ну вовсе это не фонтан, а колодец. Здесь же расположено такое очень красивое здание, которое называется трактир господ или мастерский глоток. Ну и очень красивое, оно как бы состоит из двух частей, здание ратуши. Обо всех этих достопримечательностях я постепенно буду рассказывать более подробно. На площади также для обслуживание у очень большого количества туристов, много кафе, ресторанчиков, разных магазинчиков, которые торгуют сувенирной продукцией или всякими вкусняшками. Но об этом я тоже расскажу немножко позже, когда буду прогуливаться по крепостной стене, которая почти полностью опоясывает этот небольшой городок. Сразу за торговой площадью расположена готическая базилика Святого Якова. Торжественное освящение собора провел епископ Вюрцбурга в 1484 году. С этой церковью связаны две легенды.
Одна из них, трагическая, имеет прямое отношение к башням церкви Святого Якова. Считается, что одна башня была оформлена мастером, имела высоту 55 метров, а другая – его учеником, высотой 75 метров. И когда башни были достроены, мастер решил, что его башня выглядит гораздо хуже, чем у его ученика, и так сильно расстроился, что покончил жизнь самоубийством, сиганув со своей башни вниз. По другой легенде, и она связана с эпохой крестовых походов, когда из Иерусалима была привезена капля крови Христа, для хранения реликвии был создан из липового дерева алтарь Святой Крови. Согласно преданию, в алтаре хранятся три капли крови Иисуса Христа, которые помещены в хрустальную капсулу, вмонтированную в золоченый крест. Но увидеть хрустальную капсулу, так же как и старинные витражи 14 века, к сожалению, мне не удалось, поскольку базилика была закрыта. Одно из старейших сооружений среди башен и ворот Ротенбурга – ворота Святого Марка. Они были построены в XII веке. Считается, что это один из самых фотогеничных уголков Ротенбурга с красивой средневековой архитектурой. Недалеко от ворот Святого Марка, которые действительно самые красивые в Ротенбурге, находятся еще одни ворота, ворота Рёдера, которые были построены немножко позднее, в XIV веке, но сохранили свои фахверковые элементы. Одним из символов Ротенбурга на Таубере является средневековая городская стена XIV века, которая полностью опоясывает старый город и придает ему, как говорят в путеводителях, форму человеческой головы. Сейчас я нахожусь на этой крепостной стене. Пройти ее всю мне не удалось. Город вроде небольшой, но стена, опоясывающая город, очень длинная. Несмотря на то, что около 40% стены было повреждено во время Второй мировой войны, она все равно впечатляет своими размерами и является уникальным историческим наследием. В Германии почти не осталось городов, которые полностью сохранили такую средневековую стену. Общая длина стены составляет 2,5 километра, высота до 9 метров. Стена содержит башни и несколько городских ворот, входов в город. В средние века в Ротенбург вели 7 городских ворот, а стену защищали 42 башни. Еще немного об истории города. Расцвет Ротенбурга начинается с 13 века. К середине 15 он становится одним из самых крупных городов Священной Римской империи. А вот упадок начинается в середине 17 века, во время крестьянских войн, реформации и 30-летней войны. Тогда он несколько раз попадает в оккупацию. Он был захвачен французами, власти выплатили огромную контрибуцию, и Ротенбург окончательно обеднел, а в 1812 году вошел в состав королевства Баварии. Постепенное возрождение началось с середины XIX века. Удивительная архитектура привлекала в город художников, поэтов, путешественников. Была построена железная дорога. И что интересно, жителям Ротенбурга строго-настрого было запрещено перестраивать свои дома. Запрет ввели с целью сохранения исторического облика. И, конечно же, все это было сделано с одной единственной целью – привлечение в город туристов. Город они сохранили исторический облик этого маленького городка. И теперь ежегодно миллионы туристов приезжают посмотреть на этот редкий по красоте самоцвет в короне Германии. Именно так говорят о Ротенбурге на Таубере. И кроме того, этот городок один из самых ярких достопримечательностей знаменитой романтической дороги Германии. А теперь расскажу об очень таком красивом, интересном здании,
которая находится на рыночной площади, здание имеет свое название, называется «Трактир Господ» или «Мастерский глоток». Речь идет о доме с кукольными часами в фасаде крыши, в котором когда-то располагался старинный трактир. Во время 30-летней войны в начале 17 века город был захвачен неприятелем и должен был полностью быть сожжен и разрушен. По легенде, захватчики соглашались не разрушать город только при выполнении одного издевательского и, казалось бы, невыполнимого условия. Бургомистр Ротенбурга должен был одним глотком осушить 3,5-литровый кубок с вином. Вот это здание, которое называется «Трактир Господ». Тогдашний бургомистр Нуш мастерски выполнил это условие и спас город. Ну и вошел в историю как автор знаменитого мастерского глотка на 3,5 литра. Было ли это вправду, никто не знает. Тем не менее, часы над трактиром, где все как бы это происходило, каждый час открываются и показывают легендарный глоток в кукольном исполнении. Такая прикольная, но действительно очень красивая и интересная история. А еще на рыночной площади находится фонтан Святого Георгия. Колонна с фигурой Георгия Победоносца повергает змея. Но на самом деле это не фонтан, как многие думают, а колодец. Его глубина 8 метров, и вмещает он почти 100 литров воды. А это место в Ротенбурге называется Тюнлайн. И говорят, что это местечко самое фотографируемое место города. Старинная маленькая площадь в окружении средневековых фахверковых домов, которая упирается в старые ворота 14 века с мощной башней. Есть такое выражение «мифы и легенды Древней Греции». На мой взгляд, это то, что было на самом деле, но со временем обросло легендами и стало мифом, ну или наоборот. А есть такое выражение «грифоны охраняют скифское золото». Ну, что охраняют грифоны здесь, в Ротенбурге, мне неведомо, но этот сказочный городок, конечно же, никак не мог обойтись без этих сказочных существ. Ну, теперь еще об одной достопримечательности, которой известен Ротенбург. Она называется, если я правильно произношу, Шнейбол, снежок. Когда готовилась к этому нашему путешествию, в Ротенбург планировала заехать обязательно и в некоторых отчетах видела о том, что есть в Ротенбурге такая вкусняшка, которая называется снежок, шнейбол. Ну, решила и я себе побаловать. Наверное, такими снежками в любое время года засыпаны все кондитерские магазины города. Имеют они разный вид, разный цвет, разный вкус, ну и, соответственно, разную цену. Но все эти снежки, на мой взгляд, объединяет одно. Я пытаюсь найти какое-то литературное выражение, чтобы кого-нибудь не обидеть, потому что, ну, наверняка есть те, кому эти снежки нравятся. Мои же вкусовые рецепторы мне однозначно сказали фигня. Очень красивые с виду, но внутри вообще никакие. И это очень удивительно, поскольку, как правило, все, что мы покупали в Европе, в разных странах, в разных городах, все очень вкусно. Да, дорого, но вкусно. Что касается снежков, то очень дорого и невкусно. Так что ротенбургские снежки никоим образом не утолили мой голод. Пришлось идти мне в машину, благо город небольшой, и с любой точки Ротенбурга до торгового центра, где стоял наш автодом, буквально 10-15 минут пешочком. Покушала, отдохнула и с новыми силами отправилась на вечернюю прогулку по сказочному Ротенбургу.
В Ротенбурге мы были 31 октября 2019 года, и город вроде как еще не начали украшать к рождественским праздникам. Но в Ротенбурге круглый год работает музей Рождества. Еще этот маленький городок называют зимней сказкой или спящим городом. На главной площади работает комплекс из 5 зданий. Музей немецкого Рождества с магазином «Рождественская деревня». В магазине можно познакомиться с историей праздника, обычаями, традициями, посмотреть на Санта-Клауса, Дедов Морозов, щелкунчиков и на множество украшений к празднику. В Ротенбурге есть также музей игрушек и кукол. Это частная коллекция, состоящая из 800 экспонатов, сделанных во Франции и Германии. Здесь есть кукольные домики, посуда для кукол, игрушечные театры, даже целые магазины. Есть карусели, упряжки, железная дорога, школа и крестьянский постоялый двор. В заключение моей прогулки по Ротенбургу скажу, что этот город один из наиболее популярных у туристов городов Германии. Жемчужина франконского отрезка романтической дороги. Районный центр земли Бавария расположен на реке Таубе, и население этого сказочного городка составляет чуть более 11 тысяч жителей. В следующем фильме я расскажу о небольшом городке во Франции, который называется Родес.